Снова всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Карбончик, продолжаем играть в Resident Evil 7. Что ж, пойдем по тому же пути, где нас только что-то мудохали. Я пока все еще задаюсь определенными вопросами, но туда пока заходить нам нет смысла. Хотя, стоп, там может травишка лежала, что такое. Давайте еще раз напомним, я уже просто... Сам-то уже не помню, чего мы здесь полезного находили. Ага, пакет. Но для этого нужно от чего-то избавиться. Да, в принципе, потом соберу. Но, знаете, еще и вопрос, какой у меня остается. Там лежит бензопила. Будет ли у нас потом доступ к этой бензопиле? Это вообще хороший вопрос, как я считаю. Стоп, это что, жук? Это змея. Блин! Хреново. Порох. Отлично. Пороха лишнего вообще не бывает. Так. Что бы нам скинуть? Аптечку? Плохая идея, на самом деле, аптечку скидывать. Монету, получается, она мешает нам, да? Получается, да, она монета вот этот вот слот занимает. Или нож, наверное. Но нож тоже нужен в любом случае, голова. Ну и чё, я даже не могу голову с собакой положить. 5 патронов выкинуть. Убрать бы какой-нибудь в ящик, блин. Ну а ты, я ненавижу так делать. Окей. Сейчас будет дротутец. Ну и что ты стоишь, смотришь на него, сука? Вот не реально удивляешься, вот таким ебалом на него смотри спокойно, вообще типа нормально все ходит. Воу! Сзади меня. Я люблю этот внутренний мир. Ай! В том-то дело, что, возможно, стрелять в него абсолютно бесполезно, и в итоге получается так, что я тупо трачу зря патроны. Да вы гоните, я же стукнул ту хрень! Чё вот с ним делать, сука? Надо как-то его в тот забор шли пихнуть. Вот, он взял бензо, потом я беру свою, да? Их ебать! Oh, too bad.
Вообще хп не осталось. Ну, он, короче, садится. Из него дерьмище вылазит, его надо пилить. Так я не понимаю пока что, но... Может, что получится. Знал, что я сдохну, но что-то я не понимаю здесь. Что-то правый, левый, какой-то выпад, но какая-то хуйня происходит, когда я так делаю. Непонятное вообще, что за выпад, блядь? Ай, сука, нихуя непонятно. Не люблю, когда нихуя непонятно. Но, во-первых, сделаем так. Сейчас как раз-таки нам патроны вот... Не шибко нужны, да? А вот аптечка реально нужна. Я заметил, что мы сейчас не кончились. Из-за этого я и сдох. Так. Теперь у нас снова есть место. Почему-то он... Надо лучше колесиком, конечно, да, выбирать оружие. Я понял, они как-то не циферблатом, блин. Ну вот сейчас написано, заебло схватится, какие-то толкнут. Там. Да почему я пинал эту хуйню, бля, побит, пиздец, куда такая хуйня творится, непонятная, нелогичная дерьмота, бля, вообще пиздец, как бомбит, бля, пошел нахуй. Пистолет от него толку не будет. Да это не пистолет, это дробовик как бы. Стой, стой! Да почему ты мажешь? Ой, как меня это бесит, блядь. Стоп. На! Хуйня ебаная какая-то. Раньше я умер с трех ударов, кстати, умирал. Я заметил. Ой, хуйня тупая! Реально бесит, блин, что нихера не попадает по этому типу. Сейчас еще раз меня схватит с того, что я рядом валяюсь, да? А вон он, блядь. Вот давно было пора. До чего надо эпизод довести его, я не понимаю. Несколько раз пнуть, что ли? Как это принцип за скриптом, когда он берет хуйню? Чё? Yeah!
Да почему? Я должен же его как-то пилить. Вообще ничего не понятно, блин. Когда его атаковать-то, ебаный в рот? Сука! Пошел нахуй! Ой, как мне надоело, блядь, бомбит, как же он мне устал от него, нахуй! Ничего не понимаю. Так у меня еще и аптечки закончились. Надо вот прям не знаю, когда его ж реально непонятно. О! Сука! Я даже уйти от него сейчас не мог. Беги! Снова нет аптечки. Вот мы взяли башку ебаную, у нас сейчас опять понёт. Пидорас! Полезный шняга пистолет у нас теперь стал. Не слишком ли он быстро ходит? Слишком ли я медленно хожу? Вот этого, ну это мне же надоело по этому поводу бомбить. Я хуёво, братан. Ой, промахнулся. Вот здесь с тобой согласен. Достаточно зря я пули трачу. Ой! Косяк. Тебе нравится? Чего, что я перевели как неплохо, нам сказала like it. Такой кайфовый дедуля. Блин, пошел нахуй! Пошел нахуй! Так, он пошел за бензопилой, понятно. Давно пора. Сейчас будем разбираться, когда его пилить. То нихуя непонятно, когда его пилить, блядь. Но там какая-то дерьмище была, если ты ее надо распилить. Это понятно, но когда это делать, чтобы он меня не ранил, блядь? Ты поймешь. Так, вот у нас сейчас желтые. Пошло дело. Съебываем. Ждем. Не знаю чего, но ждем.
Сука, заглохла. Походу он не роняет меня таким образом. Давай, 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 ты не нахуй мразот, ты ебучий, ааа, кайф какой. Во! Ты такой. Да вы угораете. Ебать, сука, не дерьмо, сделай одолжение, не оживай, блять. Останься дохлым, да? Ну, блядь, братан, да, то есть сделай такое одолжение. Застрял. Я это распилила. Ну и пизда пришла. Нахуй. Практически даже не потратили аптечки, хочу заметить. Нам нужно обратно. А, 30 собачьей головы, у нас добыто все. Все понятно. Пошли. Теперь ту бабку придется еще ебошить. Она как увидит его труп, она вообще в ярость бешеная придет. Заебет меня потом напрочь. Ну, главное то, что мы, блядь, заебошили эту пидораса. Understand. Было непросто, но я сообразил, когда я его ебошил, то фишка в том, что когда я его пилил, он просто от меня отталкивался, а не ебошил меня. ХП не тратилось, когда я его пилю, а он наклоняется в бок и просто отталкивает. Ебать, бабуля, ну почему ты здесь? Ох ты, явно непростая хуйня, ебать, ты меня еще доебешь, я уверен, ты еще не... Ты не так проста, как выглядишь, блядь. О, улица. Это обещает быть интересным. Какова наша задача? Осмотрите двор. Ладно. О, можно войти. Может, это принадлежит Зое? Сохранение есть. Засейвимся. Так, что мы туда выложим? Блин, что-то у меня была какая-то мысль что-нибудь выложить. Ну ладно, Жучковский пока оставим тут, хотя, блин, не факт, что он нам нужен. Сломанный пистолет. Зачем он нам? Это оружие сломано, но его можно починить с помощью ремонтного комплекта. Ладно. Вот что. Ну а туда еще позвонят, блядь, я так понимаю. Мы еще услышим звоночек. Тоже нормальный холодос. У него ничего нет, к сожалению, но он нормальный. Ощущения в теле становятся все более странными. Скоро я стану совсем как мама и папа. Это все она виновата. Может,
Может сбежать. Нет, не могу, если она заметит, мне крышка. Женщина по имени Мии, которая была с ней, что-то знает. Вот у меня сыворотка, можно было бы исцелиться. Мне нужно знать больше. Хорошо. Я все еще читаю как школьник. Сильная отдача, но большой наносимый урон. А, так это здесь десерт, что ли? Дигл, блин. Дигл или что такое? Или револьвер? Ну-ка. Нам нужно что-то положить. А что? Ну-ка посмотрим внимательно. Туда должна влезть какая-то шняга. 9 нарисовано. Деревянная монета. Попробуем деревянную монету сунуть сюда. О! Сука, их надо сюда хуево туч положить. Вот в чем прикол. Сколько у меня их есть? 9 штук сюда. Они хотят, чтобы я им положил. Ну вот еще осталось 4, окей. Теперь я знаю, на кой хуй нужны эти монеты ебучие. Им уже не спастись. Вон тут старый дед, вон мать, и вон двое детей. Деда мы типа завалили, но это еще хуй знат, блядь. Хуй знат. А здесь что было? Сука! А вон ту хуйню мы могли достать. Стабилизатор без редкости всегда... ускорено. Бессрочное повышение максимального здоровья. Сука! Дебил! Дебил! Я ведь мог, мне хватило бы, блядь, на эту хуйню. Я потратил на что-то непонятное, блин. А если загрузиться? Давай, нахуй. Повторить попытку. Да. Посмотрим, что будет. Надо брать что-то реальное, блядь. Я считаю. Вот. Так, что у нас тут? Еще есть такие же, блядь, клеточки? Больше не видно. Так. А что это такое у нас? У нас сколько? 3. Блин, вот зря я сюда одну засунул. А, стоп, нет, я еще ничего не сувал. А у меня есть 5. Что это такое? Перезарядка навсегда ускорена. Вот это нужнее или вот это вот? Или ХП? Бессрочное повышение максимально. Ладно. Раз уж у нас есть 5, чтобы лишнее не таскать. Прикол, блядь. Действует бессрочно. Ну ладно, проверять пока не на чем. Дробовые патроны мне жалко. Так вот. Что-то хоть жалко у пчелки, да? Сломанный пистолет. Да, мы еще типа не поднимали его. Давайте положим его пока сюда, чтобы не занимал место. В случае, если найдем ремонтный комплект, тогда мы уже будем что-то использовать, да? Так, сохранимся во дворе. Я думаю, что сюда мы еще вернемся, но мы еще будем по ходу игры гребать пиздюлей. Вот. Так, ну что, давайте двигать тогда, что ли, я так думаю, да? Пожалуй, да. Че ж. А, сука, так и думал, что так будет. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Mia еще живо. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Матушка теперь будет нас ебошить. Понятно. Понятно.
Она будет тебя искать. Поищите сыворотку в старом доме. Он где-то на берегу, мне сказали. Выберите предмет для использования. Что-то красное, что-то синее нам нужно засунуть, да, чтобы эта хуйня работала. Ну ладно, сейчас мы... Опа, что такое? Пищевые добавки. Давайте посмотрим, что они нам дают. Нервную систему нельзя использовать сами по себе. Сначала надо сделать из таблеток препарат. Влияние на нервную систему нельзя здесь использовать. Ладно. Заперто с другой стороны. Старый дом у берега, как она мне сказала. Сюда мы можем пройти, вот это выходило. Давайте попробуем. Ага. А матушка живет здесь, как раз здесь она и схватила Мию по фильму. То есть местность мы уже немножко знаем. Патроны говорят о том... Ого, таракашки разбежались, блядь. Найденные патроны говорят о том, что нам придется отбиваться, блядь, походу. Тихо, не знаю. Не сказал, что перезарядка намного увеличена. Она наверху, не надо туда идти. Суки! Ебать вы здоровые, мрази, охуели. Стоп. Скорее всего, надо идти в тот же туннель, который выбирал Мия. Так. Нам нужна какая-то ручка. Чтобы эту хуйню крутить. Пидорасы. Мелкие пидорасы. Да, обойдусь без этих ебучих стимуляторов. Так, ну что ж, пойдем обратно сходим, пойдем ищем тот ключ. Типа вот эти вот предметы стоили того, чтобы бич не сдох, да? Нервный припас для гранатомета. Такие выстрелы мощным токсином. У меня нет гранатомет, нахера я эту хуйню сделал, вообще не понимаю. У меня была одна отмечка. Ну вот, пригодилась, зараза. Аптечка. Так, тут эти ебучие комары, блин. Старого дома. Нам нужно найти паука, его здесь теперь нету, да?
что я там, блядь, надо мной, ну... Я на третьем этаже живу, на четвертом этаже там топает, литка, я ебу нахуй. Воу. Ребенок там что-то бегает, насколько знаю, у этих соседей ребенок, блин, живет там. Маленький. Это ебать, он что-то разошелся 8 часов беготней своей. Теперь можешь нести больше предметов. Сука, давно пора. Знал бы, не выбрасывал, блин, эту аптечку одну. Она по-любому еще нужна мне будет. Так, что бы нам выложить-то? Ключ скорпиона. Выложу пока его. Это тоже выложу. Да, ключ скорпиона вернул. Может еще пригодится. Ну и все, пожалуй. Не знаю, на какой хера в них стреляю, блядь. Вообще, вот что мне дает, я вообще не понимаю. На одном из них было написано «Стреляй в меня», и выделилась какая-то синяя поебота. Поэтому я пока еще не понимаю, зачем мне это все нужно. Так, ну давайте искать паука. Картина под названием «Ядовитый хищник». На ней изображена бабочка, попавшаяся в паутину. Но паука-то нету. Как такового, надо его искать. Идите нахуй, а? Пидорас мелкий. Твердое топливо, ух ты. Твердое вещество при поджигании горит в сильном пламени. Его нельзя использовать сам по себе. Может чем-то... Чем-то что? Скомбинировать с чем-то. Твердое топливо плюс эпоксид, понятно. А у нас пока эпоксида нет на данный момент. Гильзы. Ты возьмешь в руки дробовик или нет? Говно вонище. Восьмая 1802 год. Что я на вас патроны, блядь, не тратил бы, мелкие говнюки ебучие. Калите меня. Так. Ну иди, что ли. Ух ты. Эпоксид. Нормально. Да почему? Горелка. А у нас что? Это что? Похоже, нужно чем-то скомбинировать. Ну и как это сделать? Топливо для горелки.
Ничего не понятно. Ебануться? Калиш? Ну почему? Так. Я нажимаю 4, ничего не происходит. Нихуя непонятно. Может надо встать. Объединить предметы. Окей. Пошло нахуй. Хуй поймешь, что творится. А, стоп, это сам по себе штука работает, по-моему. Нет. Раз, два, три, четыре. Блять, как это неудобно, отвечаю. Топливо. Давайте осмотрим, знаете как? Попробуем сделать. Так, ну, во-первых. Осмотрим. Так. Баллон может как нужно крутить. Непонятно. Пока мне не... Итан? Итан! No more bullshit, Mia. I want some answers. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little, and the rest is just gone. Dad, right? You mind if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Реально, чего он не стрелял-то, блядь, себе с пистолет? Ебошил бы ее, его. Хуесос еще приперся уже с обеими руками, нахуй. Что-то вечно происходит за забором, блин. Как я и думал. Пошел нахрен. Блядь. Это из нее эта хуйня лезет, блядь. Бесполезно, если не использовать горелку. Но я не могу ее заюзать. Почему? Да идите нахуй. Да раз, мелкий, иди нахуй.
Бомбит меня с них. Вообще пиздец, что то, что горелка не работает. Что я делаю, блядь, не так? Нажимаю плюс. Объединить предметы. Отмена. Есть кнопка отмена. Окей, есть кнопка плюса. Выбираю вот этот предмет. Нажимаю окей, окей. Сука, давай, окей, блядь. Сыворотку ставим, да. Спрятаться от нее здесь. Ты комарью ебливый меня бесит. Из нее всякое дерьмище лезет, оказывается. Какая-то она странная. Я думал, она за своего мужа будет ебошиться меня, блять. Побойся боже, но нет, это еще как-то терпимо. Но все равно эти твари, бля, ебучие, это вообще пиздец. Они убьют меня в конце концов, и я сдохну от них. Сколько у меня осталось аптечек? Да нисколько, ёпта. Нахуй. Заебись. Какая-то говнота ползет, блядь, ебучая. Ебать. Хуй ты хотел-то нахуй. Думал, здесь такой хуйни не будет, блядь, как у него вообще терпит всю эту хуйню. Наверное, просто принцип того, что сдохнуть, уж лучше, блядь, такая хуйня, чем сдохнуть, да? Так, если я прыгну в эту воду, не знаю, что будет. Я еще пока не проверял, блядь, пока я не буду проверять. Так, дверь вороны. Топливо для горелки. Может, надо больше его? Давайте попробуем объединить. Зря только опять истратил. Ебануться. Ровно, значит, с горелки. Плюс. Да почему? Ну почему? Я реально не могу понять, что не делаю не так. Хуйня какая-то. Потом, может, загуглю, блядь, пока побегаю из этой хуйни. Хотя вот здесь вот и, наверное, нужна, блядь, от этих комаров, нахуй. Ебучих. Пидорасов. Окей, ладно. Она вроде спускалась сюда. Не понял, что я нашел. Стимулятор такой, чувствую, быстро находить скрытые предметы. Ну, я и так все вижу. Хуйня вообще какая-то глупая, блядь. А вот и рукоятка нашлась. Хуй, мы пойдем теперь вылезем, блядь. Там опять эта бабка ебучая будет, блядь. Своим комарьем ссаном, а у меня даже, блядь, хилки нет нихуя. И огнемета нету. Короче, я разобрался, это всего лишь рукоять горелки. То есть, так даже и написано. То есть, это одна часть, нужна еще вторая. Хуй знает, где ее искать, блядь, что-то даже под лицо мне немножко за ней лазить, искать ее. Надо искать, чё где, чё как. Пидарас мелкий.
Да ладно, не буду проверять, что будет, если я прыгну в воду. Ну сдохну и все, блядь, все тут нахуй на этом. Так, а я обратно пролезу, что здесь? Чё, этих жуканов, блядь, толстеющий пиздец. Говнище, вонючее, противное, а? Ух. Бяка, бяка, бяка. Это хуйня здесь что стоит? Кажется, не там вышел. В каком другом месте выходить? Где-то надо в другом месте выйти, чтобы попасть к тому пирсу, что ли, хуирсу какому-то. Охуйдите нахуй, ну охуйдите! Все умру, блядь, это хуйни, короче. Она еще здесь лазит, что ли? А, сюда я приходил за Мией. Ну, пиздец, без аптечки я отдамся, отвечаю. Короче, друзья, думаю, на этой позитивной нотке, где я пиздато отдался, нам стоит закончить наше прохождение, я так считаю. Так, тут без аптечек, блядь, без хуечек. Пошла нахуй, 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 сука, ебаня. Так она меня еще и укусила в итоге. Ой, короче, да. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Эта хуйня крутится, блядь. Сука. Заебись. Ну, теперь еще больше причин закончить видосик. И, блядь, вот у нас новая тропиночка есть. Охуеть. Я думаю, что меня тут заспаунило. Специально здесь заспаунило, чтобы я сообразил, блядь, еще и как этой хуйней пользоваться. Ребята, вот я просто эту хуйню увидал, вот эту тычку, блядь. Сразу понял, что, сука, эта хуйня здесь не просто так. И вот эта вот тычка, блядь, вот эта вот маленькая залуписька, она явно просто так торчит, а у меня есть какая-то хуйня. Все, на этом у меня все. Ставьте лайки, блядь, хуяйки. Всем пока, нахуй.